Говорят, что человек познается не только в беде, но и в труде. А когда труд в радость, и дело спорится. Для большинства авиастроителей труд действительно в радость. По стопам родителей все чаще идут дети, и создаются семейные трудовые династии. Династия – это, ну, будем говорить, плохо это или хорошо. Значит, я считаю, что это когда человек, значит, отец, сын, дочь работают в цехе, это прекрасно. Отец или мать старается человека, значит, научить, в первую очередь, дисциплине. Потом, значит, если они вместе работают, то, значит, вот у нас Титарев есть, с сыном работает, Мишин с сыном. Они взяли к себе своих сыновей, значит, и работают с ними в паре. Он быстрее учит его технологии, быстрее учит его всем навыкам производственным, значит, и производство меньше от этого страдает. Человек, который, значит, пришел учеником, мы их учим где-то месяца 3-4, а то и 6 месяцев. Вот. Этот человек из династии, он быстрее вливается в производство. Цехи-45 сегодня уже около 20 семейных династий. Самая большая – Мишины. Глава династии Валерий Викторович Мишин сегодня работает начальником смены. Уже 30 лет он в одном цехе. Пришел, так случилось, что, значит, я еще работал мастером на группе. Он пришел сборщиком-клепочком. Вот. Поработал немного сборщиком-клепочком. Вот. И где-то с 70-х годов он, значит, стал руководить группой, стал производственным мастером. Поначалу тоже ему трудно было. Он, значит, не сразу стал руководителем. Потому что, значит, ну, за себя отвечать – это самое простое. И он решил попробовать поработать в техбюро, то есть отвечать за себя. Значит, поработал в техбюро, работал хорошо, но чувствует, что это дело не по нему. Вот. Все-таки он стремился к руководителю, к руководству, хотел стать руководителем. Перешел опять в производственные мастера. Значит, какая-то у него, значит, внутренняя, что-то внутреннее сыграло. Он постепенно вникся в это вот дело. Значит, очень быстро после техбюро. Может быть, что-то ему инженерного не хватало. Я поработал в техбюро. Вот эту изюминку он взял, значит, инженерную изюминку. И у него после работы в техбюро стало получаться изумительно. Он стал настоящим мастером, настоящим руководителем. Как заметил начальник цеха, Валерий Викторович – человек от земли, от сохи. Очень трудолюбивый, все свои знания и опыт отдает на благо родного предприятия. Завод для меня – это, понимаете, второй мой дом. Вот здесь мы проводим большую часть своей жизни в заводе. Потому что, ну, без завода жизни нам нету. На завод я пришел после окончания армии в 1972 году. И вот с 1972 года по настоящее время я работаю на заводе в цехе 45.
уже 31 год, вот будет в июне 31 год, как я работаю на заводе и в родном цехе. Ну, за это время работы было много и моментов, и радостных, и грустных, потому что сама жизнь так складывалась, что то завод, работы было много, то потом началась перестройка, когда развал экономики пошел. На заводе тоже были времена тяжелые, и приходилось трудно. Вот. Особенно вот как мне, семья у меня большая, вот много было детей, приходилось тяжеловато. Но вот в настоящее время, когда у завода работы, появились заказы, работа появилась, вот, дети подросли, в настоящее время у меня 4 детей работают в заводе. И стали как-то за работу эту больше платить, и жить стало легче. Я считаю, что без завода, такого завода, нам не прожить просто. Завод, я еще раз повторю, это наш дом, и мы все силы отдаем нашему заводу, чтобы завод наш работал, процветал. Ну, и все блага для завода были. Скажите, вот вы были и мастером, и начальником смены. Это работа с людьми. Сложно? Да, конечно. Работа мастера особенно сложна, потому что мастер, вот, как руководитель, он отвечает, ну, за каждого рабочего, вот, в ответе. И за технику безопасности, и за качество выпускаемой продукции, и за сроки изготовления этой продукции. За все отвечает мастер. У вас здесь работают дети. А вот проще учить своих детей профессии или чужих? Я считаю, что своих, наверное, будет тяжелее учить. Потому что больше ответственности. Вот. Когда дети работают рядом с родителями, я считаю, что, допустим, я как отец, я отвечаю за своих детей. Вот, отвечаю. Я должен, чтобы дети, во-первых, не подводили отца ни в чем, ни в дисциплине, ни в работе, ни в качестве. То есть должны обязательно как-то поддерживать семейную традицию. Дети у Валерия Викторовича тоже трудолюбивые, любознательные. А зам профессии учились у отца. В настоящее время старший Сергей занят на сборке самолета-амфибии Бе-103. Ну, работа у нас творческая, очень интересная. Затрагивается много всяких вопросов разных в изготовлении летательных аппаратов, то есть самолетов. Вот. Для того, чтобы научиться хорошо работать, нужно научиться в первую очередь читать чертеж и выучить технологию производства своего объема. Все остальное уже дело времени. Служба в армии как-то изменила взгляды на жизнь? Ну, в общем, да. Конечно, служба в армии, она очень много дает мужчине. Мужчина становится просто взрослее, намного умнее и на многие вещи глядит уже с другой стороны. Ты уже приходишь не таким мальчишкой, уже думаешь о будущем, о своем, так как у тебя должно быть в дальнейшем, твоя судьба. Поэтому армия дает очень много для мужчины. А в чем уникальность вот профессии сборщика-клепальщика? Уникальность в том, что мы в первую очередь делаем самолеты, такие летательные средства, которые поднимаются в воздух. И когда самолет взлетает, это просто красота, грация. Ну, естественно, чтобы сделать самолет, нужно потратить много сил, умений, чтобы он не просто был красивый и стоял, чтобы он еще и умел летать. Не каждому человеку по силам это, можно сказать, ювелирная работа. По ходу монтажа возникает очень много конструктивных изменений. К
требуется терпение, сноровка и любовь к профессии. На сборке агрегатных изделий преобладает мужской труд. Но есть и специальности, где не обойтись без особого женского чутья. Хотя звучит она несколько сурово – герметизаторщик. Но нежные женские руки облагораживают эту профессию. Освоила ее и Ольга Мишина. Я пришла, я испугалась. Большой цех, столько, такие машины огромные для меня показались. Не знала, я боялась, думала, что у меня ничего не получится. В чем заключается твоя работа? Ну, мы герметизируем машину, красим ее, то есть заклепки, болты. Есть такие места труднодоступные, которые очень тяжело прокрасить, допустим, или прогерметизировать. Поэтому это очень тяжелая работа. Я тоже думала, когда шла сюда, устраивалась, думала, что там, пришел, помазал герметиком, там, краской. Оказалось, это очень сложно. Мне пришлось учиться 3 месяца этой работе. И вот благодаря своему мастеру, Паньковой Татьяне Ивановне, своему наставнику Кругалерине, у меня все получилось. Коллектив очень хороший, мне понравился с первого дня, как только я пришла. Все доброжелательные женщины помогают друг другу. Сестра Оли Люба тоже работает на заводе в соседнем 55-м цехе. Она электромонтажница. И специфика работы такова, что электромонтажникам приходится иногда бывать и в агрегатных цехах, согласовывать какие-то вопросы, проверять схемы. Еще в 10 классе Люба проходила практику на заводе в 45-м цехе под руководством отца. Потом закончила педучилище. Но работать пошла на завод. Еще во время практики запали ей в душу эти крылатые машины. И захотелось быть причастной к их созданию. И вот уже 4 года она собирает эти электрические артерии, без которых ни один самолет не поднимется в небо. И менять профессию не собирается. Правда, небольшой перерыв все-таки будет. Люба скоро во второй раз станет матерью. Самый младший из детей Валерия Викторовича, работающих на заводе, Максим. Он, как и старший брат, сборщик-клепальщик. И тоже старается познать все тонкости этой поистине мужской, сложной и интересной работы. Осваиваться вот в этой профессии? Да нет, я бы не сказал, что так сложно. Ну, конечно, сразу с первого раза не получалось, но потом постепенно уже наращивал, но начал узнавать. У меня хорошие наставники были, хорошо меня обучали. Ну, я благодарен им, что они меня научили, а также и отцу. То, что он меня помог сюда устроиться. Мне нравится, очень интересная работа, очень ответственная. Вообще я с детства мечтал самолеты, чтобы собирать там, строить. Я вот никогда не думал, что я попаду на завод, буду самолеты. Вот моя мечта сбылась.
самого отца Мишина Валерия Викторовича я знаю давно уже. Я сам, то есть, с 69-го года здесь работаю, в цехе 45. Вот. Ну, он, отец, как личность сам, вот. Я бы сказал, человек целеустремленный, ответственный. И потому дети его, я так считаю, да и даже в порядке вещей, когда приходят дети по стопам родителей в цехе, в частности, Максим, вот, он пришел 3 года назад, работает в цехе 45, как в цехе 45 он работает. Вот. Он раньше работал на детальной сборке, а сейчас перешел на участок ремонта самолета. Ну, парень чувствуется ответственность и как бы и перед отцом. Вот. Соответственно, у него отношение к работе уже сформировалось. Человек ответственный. Вот. Ну, у нас, я же стандартно не буду говорить, там нормы выполняет. Просто он, как и отец, отчасти творчески подходит к своему делу, вот, в решении. Что не ясно, подходит, спрашивает. Вот я считаю, это естественно. Вот. Человек молодой, вот, задору не отнимать. Вот. Так что работать, я так считаю, добрый путь. У Валерия Викторовича очень напряженный трудовой ритм. Вместе с мастерами он должен обеспечить бесперебойную работу своего коллектива и постоянно согласовывать многие вопросы со смежниками, особенно с 7-м цехом, которому потом передаются самолеты для окончательной сборки. За 30 лет Валерий Викторович в совершенстве изучил и освоил всю технологию производства, и ему легче решать эти проблемы. К тому же помощники у него опытные, профессионалы своего дела. Да и молодежь тоже стремится освоить избранную профессию как можно быстрее. Ну, я считаю, что нынешняя молодежь нисколько не хуже, вот, не хуже молодежи вчерашней. Есть очень хорошие ребята, которые к нам вот приходят в цех и остаются в цехе. Надолго они, вот уже не первый у нас набор идет. Много молодых ребят поступило. Очень грамотно работают, качественно работают. В общем, хорошей молодежи много. В их числе и 4 детей Валерия Викторовича, с которыми вы уже познакомились. А дома у него еще 3 школьников. Но отцовское сердце чувствует, что они в недалеком будущем тоже вольются в ряды авиастроителей. И трудовая династия Мишиных станет еще больше и приумножит трудовые успехи Валерия Викторовича.